Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы снижаются на фоне падения нефтяных котировок. А вчера цены на нефть значительно просели в связи с отчетом ОПЕК, который показал, что добыча картеля все-таки растет, несмотря на собственные прогнозы о том, что в будущем добыча организации будет снижаться. Собственно говоря, рубль незначительно ослабевает по отношению к доллару и евро сегодня с утра. Мы предполагаем, что на фоне коррекции нефтяных котировок после вчерашнего падения рубль вновь перейдет к укреплению. Наша цель на сегодня по паре евро-рубль 70, по паре доллар-рубль 60-60,5.